самый красивый электрический седан Audi Taycan, то есть e-tron GT. Невероятная оптика в купе дает то, что иерархия нарушена. Audi лучше Porsche, ну, по внешнему виду. Поэтому, чтобы хоть как-то унизить, пришлось, к примеру, отказаться от фишки вот с таким открыванием капота. Найти кнопку открывания капота – это целый квест. Под капотом традиционный багажник, порт открывается тоже механически. Салон здесь тоже от Тайкана. Кстати, перекочевали и проблемы. Рано или поздно вы ударитесь. Про динамику говорить не буду. У нас не версия RS, зато спойлер открывается прямо отсюда. В Тайкане такого нет. Вы такие, лепестки в электрическом автомобиле, где лепестки здесь регулируют рекуперацию торможения. Прикольно. Сзади здесь вот так. Вот так. Бедная голова. Ждем версию кросс-туризма. Зато, кстати, есть сообщение с багажником, который мелковат, в два раза меньше, чем у Tesla Model S. Потому что с виду хэтчбэк, а на самом деле седан. Управляется машина так же, как Taycan, а значит, очень хорошо. Еще и задние колеса подруливают.